Всем привет! Это интернет-магазин Макшоп. На связи Костя. Без 1:08 хотелось бы вам рассказать о том, что мы сегодня разыгрываем, и, собственно, приступить к нашему небольшому розыгрышу. Итак, мы разыгрываем в этот раз 4 приза. За первое место мы даем рюкзак Барт. Вот такой вот рюкзачок красивый. За второе место у нас будет сумочка Сова, стильный аксессуар. За третье место кошелек Усы. Сразу хочу сказать, что будет вот такой вот черный, так как он один остался у нас в наличии. И мы разыграем еще солнцезащитные очки глаза кошки. Вот эти 4 приза будут подарены нашим подарком. Можно сказать, что мы вам этот подарок прямо к елочке доставим. Давайте немного о условиях нашего конкурса. За 4 места в первую очередь выберем победителя очков и так по убыванию вплоть до первого места. Если будет попадаться дубль, то будем перевыбирать победителя. А также участвуют только те ребята, которые подписаны на наше сообщество, и те ребята, которые закрепили у себя на странице эту запись. Итак, 20:00, давайте начнем. Приложение Random App открыто. Сейчас копирую запись, вставляем и загружаем пользователя. Итак, 70 участников. Ну что, удачи. Влада Москаленко. Давайте посмотрим, выполнила ли условия Влада Москаленко. Действительно, она, возможно, рассказала, сделала репост записи, но, к сожалению, Влада, вы не получите приз, поскольку даже вот листа очень далеко, мы не можем найти запись нашей страницы. Ну что, перевыбираем. Алексей Каримов. Смотрим. Та же история. Немного ближе. Все-таки есть. Давайте смотрим дальше. Алена. Алена, может быть, ты выполнила условия нашей. Увы, есть запись, но она не закреплена. Ребят, как так? Поздравляем. Мария Сашкина выполнила условия нашего конкурса, и она первая, кто получает наш приз. И это солнцезащитные очки кошкины глаза. Едем дальше. Ирина Маева. Та же история. Рассказать рассказала, но не закрепила. Кейт. Вот. Кейт Подольна становится победителем нашего третьего приза. Это вот такой вот кошелечек. Поздравляем тебя, Кейт. Едем дальше. Альбина. Давай посмотрим, Альбина. Условия, да, Амина также выиграла ценный приз, и это эксклюзивная сумочка Сова. Ну, а теперь давайте найдем главного победителя, самого крутого рюкзака, это рюкзак Бар. Ну, Макшоп не участвует. Кристина Василевич. Ну, давай, Кристина. Я надеюсь, что у тебя есть запись на стене, да. Поздравляем Кристину, она выиграла. Сейчас я сделаю принтскрин всех победителей и немного позже выложу это видео на нашем канале и также на страницах нашего сообщества. Хотелось бы также поздравить вас всех с наступающим новым 2016 годом. Желаем вам
побед и быть счастливыми. Всего хорошего, пока.